La seconda generazione di Opel Mokka è un modello fondamentale per il marchio tedesco Primo perché si inserisce all'interno di un segmento di mercato quanto mai affollato e competitivo con la volontà di replicare il successo del modello precedente Secondo perché introduce per la prima volta il nuovo corso stilistico di Opel che vedremo su tutto il video Mokka nuovого покolino è diventato ancora più compatto di precedente La sua lunghezza è diminuita da circa 125 mm e è ora 4,15 metri La dimensione della base di calcio è di 2,56 Метра. При этом объем багажного отсека уменьшился всего на 6 литров и составляет 350 литров. Свесы кузова стали заметно короче. Максимальный диаметр колес достиг 18 дюймов, и мока обрела иные, более легковые пропорции. Благодаря новой платформе и уменьшению в размерах, новый Мока оказался на 120 кг легче своего предшественника. Opel Mokka второго поколения стал первым серийным автомобилем немецкого бренда с новым оформлением передней части кузова, который разработан штатной командой дизайнеров и носит название Opel Visor. Светодиодные фары, которые предлагаются уже в базовом оснащении, объединены с решеткой радиатора в общий блок. Впоследствии подобное оформление передней части будет у всех новых и обновленных моделей Opel. Кроссовер также получил новую переднюю панель, разработанную в концепции Opel Pure Panel. Перед водителем находится единый блок с 12-дюймовым дисплеем для виртуальных приборов. Правее, в зависимости от комплектации, находится 7- или 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийного комплекса. Впрочем, для управления климатической установкой сохранены традиционные кнопки. Из оснащения имеется адаптивный круиз-контроль и система слежения за разметкой. Пока для кроссовера анонсирована только одна силовая установка – электрическая, и она знакома по другим моделям Peugeot, Citroën и Opel. Opel Mokka E приводится в движение 136-сильным электрическим двигателем, расположенным на передней оси, и аккумулятором емкостью 50 кВт-час. Доступны три режима движения – Eco, Normal, Sport. Заявленный пробег на одном заряде Составляет 322 километра по циклу WLTP. Штатно установлено бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт, а для восполнения заряда на 80% от 100-киловаттного терминала потребуется примерно 30 минут. Кроме того, для кроссовера анонсированы бензиновые и дизельные моторы, о которых расскажут позднее. Начало серийного производства МОКа второго поколения запланировано на четвертый квартал нынешнего года. У европейских дилеров новинка появится в начале следующего года. Следом за электрической версией выйдут бензиновые и дизельные варианты. А впоследствии МОКа может добраться и до России, хотя подтверждения пока нет. На сегодняшний день в России Opel представлен тремя моделями. Кроссовером Grandland X, Venom Zafira Life и коммерческим фургоном Vivara. Это была видеоверсия сайта Tarantas News. До скорого!